Так, всем здорова, любители Fortnite, с вами я, Фоксбер, и это Дельтарун. Да, ребят, Дельтарун. Пришло время и для этой игры. Что ж, поехали. Продолжить, пацаны. Вы здесь. Я тут. Конечно ж. Мы соединены. Так. Это моя душа. Великолепно. Поистине великолепно. Теперь мы можем начать. Давайте-ка быстрее. Сперва нам нужно создать. Выбегите голову. Блин, тут много выборов. Лучше выберу вот этот первый. Выберите троище. Выглядит как куртка солнца. Ну давайте-ка стандартно. Выберите номер. Я не все знаю, так что лучше первый вариант. Это ваше. Вы понимаете? Да, конечно, не понимаю. Великолепно. Вы создали чудесную форму. А теперь убедимся, что какая ваша любимая еда? Сладкая. Ну какой, я не знаю, какая. Какой любимый цвет? Красный. В принципе, да. Вот что у нас появилось на голову и так. Да, понятно. Уговорите вашу цель. Так, как понимаю, придется назвать его Крис. Потому что... Я бы назвался ГГ. Нет, Фоксбер. Я создал это тело для того, чтобы поиграть в Дельтарун. Фоксбер. Фоксбер. Великолепно. Поистине великолепно. Как у тебя сейчас гастро на этом разбил? Это не время, да, убиваемое время. Ну, пожалуйста. Ваше ответ, ваше чудесное творение будут отвергнуты. Никому не дозволено выбирать, кто они есть в этом мире. Вас будут звать Лёка. Крис. Крис, если ты не проснешься, то мы опоздаем в школу. Я могу ждать на улице, ладно? Давай, просыпайся.
Так. На икс можем. Алло, это ноунейм. Раф, кто бы это мог быть? Крис? Эх, я не заставляю меня поднимать тебе. Подниматься к тебе. Это красная тележка с ржавой птичьей клеткой внутри. Похоже, она повидала немало аварий. Это компьютерный стол. Под ним стоят коробки, заполненные старыми книгами. Под кроватью лежат CD, диски, классика, джаз, религиозные ска. А еще тут игровая приставка. У нее и один фирменный контроллер и один поддельный. Комод почти пуст, за исключением дырявых школьных беговых формы. Комод. Какой прекрасный снаружи денек. Птички поют, цветочки благоухают. Такие дни, такие дети, как я. Нужно гореть в аду. В комоде лежат мелкие этикетки, уже давно выцвели, и нет ни одного зеленого. Это всего лишь ты. Дверь заперта. Кактус. Кактус, сказать о нем особо нечего. Тут много книг. История об улитках, книга рассказов. Улитки нет хвостов. Научная проверка. Что-то так. Могут ли улитки помочь посаду? Не совсем. И подписанная копия истории человечества и монстров за авторством Герсона Бума. Какой прекрасный автор. Так, а ну чё в туалете? Вы заглянули в шкафчик под раковиной. В нём дезодоранты и оси для крутых парней для парней. Аромат пылающей острой птицы. Похоже, она почти полная. Так, а ну. Это унитаз. Смыть? Да? Нет. Вы спустили унитаз. А, ну давайте-ка еще. Только я вообще. На полке в душевой стоит маленькая бутылка с шампунем. С яблочным ароматом. И целый галлон шампуня для животных. О, довольно интересно. Надеюсь, вы это видео увидите осенью. В раковине застряло немного белого меха. Плита испачкана коричневым тестом. Формичка для печи в виде пряничных монстриков и пряничных человечков. Логично. Это муска. Почему-то она источает принятый цветочный аромат. Это станционный телефон, но у вас уже есть сотовый. Это турель. Фаворит гостиной. Это телевизор. Похоже, он уже давно не включен в розетку. Да ну. Так, как понимаю, нет тут-то. Про кресло ничего. Это книга псалом. И все. Поехали. Крис, а вот и ты. Мы еще можем успеть. Крис, красный будет идет, не правда ли? Надеюсь, на следующей неделе, когда приедет танцы, и погода будет такой же. Жизни. Будет ли он рад вернуться домой в этот маленький городок?
Это маленький друг? Здрасте. Алло. О, Андрей, давно не видишь. Давно не видишь. Так. Блин, как мило. Мама кого ведет своего ребеночка в школу. Так я как понимаю, это пока невозможно. Еще сам не могу управлять, потому что пока еще обучение. Итак, у всех ли есть? Hello, motherfucker. О, Крис, мы думали, ты сегодня не придешь. В этом месяце мы занимаемся групповым проектом. Так что иди и найди себе партнера. Кстати, забыл сказать, сегодня же я снимаю 19.07.2021. В общем, сегодня день рождения Фнак. Я поздравляю. Вы увидите, наверное, это осенью. Блин, так тихо. Так. Вы посмотрели на часы. Похоже, сейчас время занять. Крис, хотелось бы надеяться, что ты найдешь себе партнера в кости. Так, больше ничего. На обоих компьютерах повторяющиеся слайдовые шоу с фотографией природы. Здесь редко картинки двух накачанных, обнимающихся, покрасневших супергероев. Так, давайте-ка поговорим с кем. И смотрю, снова опаздываю. Тебе нужен партнер. Прости, но у меня уже есть партнер второго самого умного ученика. Хотя, постой, Крис, я тут подумал. Своим набором навыков мы бы запросто провалили задание. А вообще хочу получить 5. Ах ты умник, хренов. Крипс. Дэми, вот это черт на белое яйцо, сваленное в крутую. К сожалению, похоже, у него уже есть партнер. Так ты. Йо, Крис, в следующий раз приходи пораньше. Я прижусь стать партнером с Ноуи. Ха-ха-ха. Он все время бегает меня и говорит, привет, партнер, как какой-то ковбой. Партнеры, да мы едва знакомы. Ага, что ты думаешь? Это шутки, смешная, правда? Нет. Что ж, тогда вот тебе новость. У меня уже есть партнер. Ах ты ж, не послушай. Так, ладно. Давайте еще. Крис, ты уже знаешь, что Джигинто и Кэти всегда партнеры. С первого урока физкультуры мы стали потрясающими учениками дуэтов. Это был день обучения, и нас обучей не хватило. Так что вместо них она использовала меня, с этого все и началось. Так, не буду пока говорить с Альфис. Гирляндами или тот, что в виде леденца? Он хочет быть партнерами. Прости, меня уже Бергер попросил. Но я могу попросить не сайтис, можно ли заняться проектом втроем? Я спрошу, что если что? Пока нет. Потом. А уверен, тут есть еще кого спросить. Что? Я смотрю на моем телефоне. Это классная работа, естественно. Анимированная классная работа. И Крис, все еще выбираешь партнера? Да, давай. Хорошо, я спрошу. Мисс Альфис, это ничего, если нас
группе будет трое. Эй, что нет, я этого не одобряю, отмена. Что, но ведь Крис без... Ноэль, что ты хотела сказать? Она просто хотела сказать, что нам вдвоем хорошо. Но я просто хотела узнать, можно ли... Ноэль, можно, пожалуйста, говорить погромче? Йо! Здрасте. Привет, Сьюзи. Я опоздала. О, нет, все в порядке. Мы просто разбираем на пары для следующего группового проекта. И, Сьюзи, Крис, будьте вместе с тобой. Зашибись. И теперь, когда все здесь, я напишу задание. Так. Кто-нибудь видел Мил? Нет. Он уже в третий раз пропадает без следа. И вы не знаете, что без него я не могу начать без занятия. Как насчет того, если никто не признается, то неприятности будут у всех. Ага, у Сьюзи. Кто-нибудь, ну же. Сопки найдется коробка и с Милом. Представьтесь, почему бы нам Сьюзи? Спасибо. Отличная идея, Ноэль. Сьюзи, поскольку ты пришла последней. Почему бы тебе не сходить и не поднести его? Пофиг. Блин. И Крис, можешь пойти с ней и убедить, что она и правда возьмет его и не попадет в неприятность. Спасибо, Крис. Увидимся позже. Так. Вареное яйцо источает чувством жалости к вам. Вареное яйцо... Блин, я и так уже слышал. Йоу, Крис, мне так жаль, если бы я дождался тебя, то она б не стала бы твоим партнером, она б тебя на клочки разорвет, Крис. А затем нападет всем этим ключами. Крис, не слушай их, все не так плохо. Ты, скорее всего, переживешь трепку от Сьюзи. Вы просто провалите проект, когда она ничего не по нему не сделает. Как мы всегда говорим, Крис засьюзился, проиграл. Так себе утешило. Крис, разве я не говорил, что опаздывать... Хайди, тебе, наверное, следовало так говорить. Прислушайся. Вот. Ну, не волнуйся, Крис. Если мы считаем, что Сьюзи не такая уж и плохая, знаешь, уверенно будет все хорошо. Ага. Класс, так, не умри. Крис, если бы у меня были руки, я бы снял эту крутую шляпу, чтобы почти... твою память. А ты что скажешь? Крис, почему ты еще здесь? Иди уже. Как ты прогоняешь? Невидное дитя. Опа-на. Йо. Так вот, кто есть Мил. Опа-на. Крис, я тебе не заметила. Эй, никто сейчас ничего не видел, не так ли? Ага. Молчишь. Беги. Тупо беги к маме. Крис. Блин, как будто она не девка, а пацан. Взрослый. Эй. Давай я открою себе секрет. Тихонько меня бейся. Думаешь, если ты не будешь ничего говорить, то я не смогу сказать, о чем именно ты думаешь? Это конец, Сьюзи не съела весь мир. Это был не последний.
последний шанс. Теперь ее наконец-таки исключат. Ха-ха, ладно. Не изображаю удивление. Ты знаешь, что это правда. Все это хотят. Так что, поздравляю, я поймал вас полично. Не крышка. Просто позволь сказать одну маленькую. Обидно быть исключением за обычную прессу. Так что, Крис, раз уж я знаю, что ты на меня несёшь, почему бы не стать исключением за настоящее преступление? Крис, как насчет того, чтобы... Меня прибил. Лишиться своего лица. Не, тебя Ториэль прибьют. Не. Крис, у тебя хорошая мать. Вы должны заставлять ее хоронить своего ребенка. Ладно, давай уже покончим с этим. Возьмем побольше мела, мотаем класс, а затем, Крис, ты делаешь наш проект. Как тебе? Хорошо. Не трать время на ответ, если тебе не понятно. Решением, что они влияют. Пошли, чудило. Так, про шкафчики ничего не говорит. Шкафчик закрыт на замок. Ну так везде. Шкафчик Джинга облетел памятник вещей. Вы готовьте к танцам ястреба Зен. Короче, вы почитайте на паузе, я пошел. Шок, кажется. Эй, Крис, что думаешь, что тебе лучше в классе с малявками? Эй, знаешь, что я пойду там? Нужно я там найду партнер получше. Хотя не, фиг с ним. Не туда, Крис. Блин, вот тебе и почитать. Господи, ты можешь идти еще медленнее. Как? Ах, понятно. Непривычно гулять, когда тебя никто не держит за руку. Двигайся, чудило. Ёлка ломаная. Я заяц, но чудило. Ну, вот и подсобка, как жаль. Мы ведь только начали веселиться. Ёлка ломаная. Эй, Крис, мне кажется, или... Там очень темно. Не, давай хорошо. Чего стоишь, Крис? Ты идешь внутрь или как? Ладно, если ты такая тряпка, то я. Мы зайдем одновременно. То есть, видишь, чего тут страшно? Здесь ничего, кроме старой бумаги. Да, поищем вот и чё. Не могу его найти. Может, там дальше? Не знаю, ну это... Какая-то она больше для отцов, да? По идее, мы уже должны пойти... Ага. Фиг вам, кажется. Какого? Эй, это не смешно, выпустите нас! Выпустите! О, он... Ой-ой-ой. Просто вот бы такое звучало. Нифига себе такой начало. Так. И мы упали. Логично.
То мы падаем в какое-то непонятное подземелье, то теперь падаем в какой-то непонятный мир. А, так, на Y я ничего не могу. А, на Б я могу ускоряться. Порой вы видите, как он мерцает свет, что видит лишь вы. По привычке вы тянетесь к нему и... Пусто. Фазбер. А, ну да, на Б я могу ускоряться, реально. Вот, круто сделаю. Рабочий, спасибо ему. Так. Экипировка, вещи, настройки. А чё, мне тут телефона нет? Способности. Крис, герой. Кажись, телефон звонит не может. Понятно. О, это такой прикол Джина Брейна я видел, наверное. А будет тут на руку. Офигеть, а будет тут на руку. Блин, офигеть. Так, а ну что там? Что там? Ваше тело пук. Пытается в свет. Сила сияет внутри вас, порываясь сквозь тьму. Боль, которую вы могли испытать у лечения. ОЗ полностью восстановлен. А, тут все. Так, что там? В этих краях лишь ослепление тьмой, глаза могут видеть. Понятно. Беги, беги. Спасибо. Итак, идем дальше. Так. Внутри что-то сияет. Есть это? Да, давай. Мы получились. А куда мы идем? Слишком темно, ничего не разглядит. А, я понял, наверное, для этой головоломки, да? Блин, а что мне делать? Йо, все, решил. Так, идем дальше. Там опять. А, это Сьюзи. Пойдешь ближе, чем я. Крис Вух. Эй, не пугай меня так, тупица. Если только ты не хочешь, чтобы тебя по лицу захотели хех. Ну ладно, хватит дурака валять. Нам нужно найти выход отсюда. Так, короче. Вот только отсюда... Это откуда? Неважно, из-за тебя мы здесь. Тебя нас отсюда и вытаскивай. Ты ну свалишь меня. Веди нас, Крис. Боже мой, забей, ты слишком медленно. Да?
Нормально. Я медленно, а ты думаешь быстро, да? Эй, Крис, там наверху, там кто-то мешает. Как ты думаешь, что ему надо? Валим. Беги, Крис! Василий. Блин, я ранен. А что-нибудь из полечиться, да? Пустой город. В его недрах не видится замок. Из него выбирает что-то там. Все, мы пришли, кажется. Замок? А что за замок делать внутри подсобки? Добро пожаловать, герой. Кто здесь? Не волнуйтесь, я вам не враг. Прошу, подойдите. Вы оба. Лады, подошли. Чё дальше? Добро пожаловать, я принц этого королевства. Королевство тьмы. Крис, Юрий, в этих землях существует легенда. Легенда, что однажды прибудет два героя света и... совершат древнее пророчество, предсказанное временем и пространством. Пожалуйста, герой, выслушайте мою историю. Да, давайте выслушаем. Хорошо. Давным-давно среди теней была шептана легенда. Это была легенда надежды, это была легенда мечтаний. Это была легенда света, это легенда была тьма. Это легенда Дельта Руны. Угу. Тысячелетия свет и тьма жили в равновесии, неся спокойствие в мир. Но если эту гармонию разрушить, ужасные бедствия не миновали. Небеса станут черными от ужаса, а земля раскроется от страха. Затем под стук собственного сердца земля испустит свой последний вздох. И лишь тогда сияющая надежда, три героя появятся на краю мира. Человек, монстр и принц из тьмы. Оу. Лишь они смогут запечатать источник и изгнать ангельские небеса. Лишь после этого баллажа будет восстановлен. И мир будет спасен от уничтожения.
сегодня источник тьмы. Чёрт. Лейзер, что он придает форму этот Димитрий, возвышается в центре королевства. Да. Но совсем недавно она грозится появление другой источник. А вместо с тем балансом свет и тьма начал двигаться. Довольно привлекательная история, мне нравится. Крис, Юзи, спасибо, что вы выслушали мою длинную историю. Всего-то несколько секунд прошло. Я искренне верю, что вы двое те самые герои из легенды. И каково бы враг не вставал у нас на пути, у нас хватит смелости, чтобы спасти мир. Войны, Дель, ты прошу. Вы же примете свое предназначение. Я принимаю. Не, что? Я какая-то там героиня? Ты, наверное, меня с кем-то путаешь. Но, Сьюзи, без тебя этот мир будет... Ну и что, даже если мир исчезнет, это не мое собачье дело. К тому же, это может быть даже весело. Ладно, Крис. Если тебе хочется поиграть в героях с этим чудом, оставайся. Я пойду найду дорогу отсюда. Сьюзи, стой! А ты кто такой? Ха-ха-ха! Герои убегают! Они даже не знали, что я буду здесь! Мой папа сделает меня сыном месяца! А ты кто? А ты еще кто? Я? Плохий. Вы, клоуны, хотите запечатать нас в чёрный источник, да? И всё, я же доставляю на вас, ребята, таких, как клоуны. Спасите меня от величайшей твой, да? Не пытайтесь этого отрицать. Все мы знаем, что вы на... Отправитесь на восток. Это ваш единственный путь домой. Но я, Лайзер, никогда вас не пущу. Но это мне поможет мой безупречный двухэтапный план. Первый, я вас оторвью. Так, второй, вы проиграете. Ничего так плохо. Правда? Да, нет. Против, если мы его проигрываем. Опа. Так, лансер врывает. Есть, лансер. Комплимент. Говорите лансеру, что... Вы понимаете, где он плохо кончается, где же вы не знаете что. Говорите, он пальцем бросил атаки с ними. Ох, перегался от активы, он готовится. Мимо! С вами все в порядке? Позвольте мне представиться,
Нужным образом я... Господи, ты можешь уже снять этот капюшон! Тебе из-под него еле слышно. Ладно. Опа, как умеет. Приветствую, меня зовут Ральзей. Крис, Лили, как замечательно вас встретить вас. Уверена, мы станем отличными друзьями. Значит, она находится на востоке, верно? Да, туда мы идем. Ясно. Увидимся в школе, Крис. Тук-тук. Что ж, полагаю, остались лишь мы с тобой. Ну да. Крис, я принц, но... У меня... В данный момент совсем нет подданных. Я ждал здесь в одиночестве. Всю свою жизнь, когда мы двое появились. Так что я очень рад встретить вас. Надеюсь, что мы станем хорошими друзьями, Крис. Да! Давай попробуем найти Сьюзи, она должна быть на юге. Иди нас, Крис. Линда, куда ты? Я не понимаю, куда он идет. Так, ладно, дойдем. Давайте мы этим сохранимся. Охотение, давайте-ка там сохранимся, и мы закончим на этом первый раз. В общем-то, на этом все, ребят. Если вам понравилось видео, лайк, подписка, колокольчик и пропустить видео. Или можете. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Бай-бай.